Привет всем, я Леся Шанти и сегодня представляю планшеты торговой марки Exequ. Если у вас до сих пор нет планшета, то вам либо за 70, либо вы все еще не определились с выбором модели. В любом случае, вы на правильном пути, если решили узнать побольше о новых планшетах компании Exequ. Сегодня в меню два планшета 7 серии и один 9. О семерках. P701. Здесь есть все самое необходимое по очень привлекательной цене, в рознице которая не превышает 3000 рублей. Объем встроенной памяти 4 гигабайта. Это вполне оптимально для такой малышки. Будьте уверены, запас развлечений на несколько дней вам обеспечен. Он покоряет своей эргономикой, тонкий и легкий за счет алюминиевого корпуса в том числе. Сенсорный дисплей устойчив к появлению царапин. Здесь уже закачаны приложения, все самые необходимые, основные. Ну и вообще, рабочий стол достаточно большой, можно закачать все, что угодно. Предлагаю сейчас посмотреть игру, которую я закачала здесь накануне. О, уже открылась. Так, мимо. Я плохо играю в хоккей, должна это признать. Дальше давайте посмотрим, что здесь можно посмотреть. Вот, Википедия. Ну куда сейчас без Википедии? Здесь нас встречает... О, Майкл Фарадей. Английский физик, экспериментатор и химик. Привет, Майкл. Идем домой. В общем, все необходимое, все под рукой. Поехали дальше. P722. Здесь, честно говоря, еще интереснее. Двухъядерный процессор, Bluetooth, GPS, 3G, функции телефона и, собственно, также алюминиевый корпус. Легкий, не скользящий, приятно держать в руках. Рекомендуемая розничная цена всех планшетов указана на сайте exequ.ru. Давайте посмотрим игру. Ну, например, всем известный Minecraft. Что мы будем делать? Плыть, видимо, да? Прыгать по воде, ходить, бродить, что-то строить. Так, что у меня есть? Зачем мне лопата в воде? Не знаю. Давайте посмотрим, зачем мне. Вдруг пригодится. Предлагаю посмотреть Google Chrome. Недавно я смотрела пробки. Ну ничего, Москва, как обычно, едет. Немного. Где-то стоит, где-то едет. Еще хочу рассказать вам о том, что вот здесь есть выход для microSD-карты и для SIM-карты. Как я уже говорила, этот планшет легко может стать телефоном. Если вы едете куда-то, не хотите брать с собой много предметов, можно взять просто планшет, не брать телефон и звонить. И играть, и работать, и все что угодно. А сейчас... Та-дам! Планшет P941. Здесь все по-взрослому. 9-дюймовый экран, 4-ядерный процессор. Все это обеспечивает отличную производительность и, поверьте мне, высокую скорость работы устройства. Особенность планшета Exequ P941 – это 9,7 дюймов ретина дисплея с разрешением 2048 на 1536 точек. Картинка потрясающая, яркая и сочная. Источник питания – литиевый аккумулятор, а это значит, 6 часов в автономном режиме вам обеспечены. Сейчас предлагаю немного развлечься и посмотреть что-нибудь интересное. Зайдем на YouTube. Вот, кстати, здесь... про кису. Качество обалденное, что и говорить. Сейчас увидите. Ну, кошка тоже классная. Что, уже страшно? Ну, я думаю, что мы не будем смотреть до конца. Там, правда, здорово, посмотрите. Зайдем в Skype, и там как раз я узнаю, как дела моей подруги. Дела отлично. Потом позвоню. Угу. Ладно, не будем ждать ответа. Пока, Катюш. Ну что, вот он, красавец, P941. Комплектация планшетов 7 и 9 серии стандартный, гарантийный талон, зарядное устройство, USB-провод, инструкция и наушники. Поэтому я даже не буду заострять на этом внимание, а хочу отметить вот что. Бурное развитие бренда Exequ. Изначально компания вышла на рынок с приставками и геймпадами.
Сегодня она предлагает много больше. Планшеты, портативные колонки, наушники и прочие гаджеты. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться на официальном сайте execu.ru. Не поленитесь также зайти в ближайший магазин электроники, где вы также найдете продукцию этой марки и сможете ее даже потрогать. Планшеты Execu – отличный бюджетный вариант для любого вашего каприза. Отдыхайте и работайте с ними. Я, Олеся Шанти, говорю вам пока. В следующий раз я расскажу и покажу еще что-нибудь интересное.